Всем привет, друзья! С вами Закупыч, мы продолжаем с вами распаковывать сюрпризы из магазина «Красное и белое». И это у нас грипперы, тянущиеся бойцы, Борис Тени, борца внутри найди. Бой, их всего в коллекции 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Надеюсь, мы соберем всех. Стоят они 40 рублей. Они уже дороже стоят, чем какие-нибудь там эти сквиши. Да, коробка, кстати, не из-под них. Это коробка из-под вот этой штуки антистресса. То есть они просто покидали все сюда. Ну, давайте мы это открывать и посмотрим, кто же там внутри, насколько они хороши. Итак, первый у нас. А есть название его? Не, имен никаких нету. Но здесь я уже вижу бракованный глаз. Видите? Чуть-чуть растекся глаз. Это какой-то накачанный волк. Я так понимаю, что это аналоги Гуджитсу Мини. На Гуджитсу Мини я снимал обзоры. Можете ввести в поиск в интернете Гуджитсу Мини и найдете. Ну, вроде как прикольные. Прикольная. За 40 рублей, если там испытать удачу, какой-то сюрприз сыну подарить, то это классно. Это лучше, чем, знаете, за 40 рублей, есть такие автоматы, ты туда по десятке 40 рублей засовываешь, крутишь, и оттуда вываливается бочонок, и там внутри а-ля вот такой антистресс. Вот это, мне кажется, даже как-то поприкольнее сделано, получше качество. Далее у нас кто в теремочке живет? Это зеленая Чубака, Чупакабра. Я буду танцевать. Короче, вот такой зеленый монстряж. Тянутся они отлично. По-моему, это, кстати, резина прям целиковая. То есть они полностью из резины. То есть там внутри нету никаких пропусков. Давайте так, если у нас будет повторки, я его разрежу, посмотрим, что внутри находится. Далее. Далее у нас, какой-то феникс. Смотрите, на нем, кстати, осталась отливочка. Они ее не удалили, они должны были срезать отливку с формы, но они ее оставили. По-моему, это а-ля какой-то лев. Похож на льва. Грузинское диско. Так, мы потихонечку собираем коллекцию. Это же бешеный сфинкс, это фараон, мумия. Так, ну, он, по идее, должен сражаться с волком. Вот так они могут биться. Прикольно, прикольно. То есть вы приходите и покупаете там всем своим детям по такому пакетику, вполне себе неплохо. А вот и первая повторка. Даже не знаю, кто из них лучше выглядит. Они оба криво покрашенные. Но вот этот, по-моему, получше покрашен. Давайте его разрежем. Посмотрим, что же там внутри. Да, ребят, это цельная резина, обратите внимание. То есть они полностью из резины. Поэтому эта игрушка, по сути, неубиваемая. Вы можете с ней играть во что угодно, где угодно. Ничего и не будет. Так, это у нас... Вот он какой-то лев фиолетовый. Похож на того, но это не он. Слушай, это фильм недавно по телеку показывали, «Красавица и чудовище» голливудский. И вот похоже на чудовище из вот этого фильма как раз-таки. Далее. Валюша, ты мне положил подарочек? Это кто это у нас? Собака Кусака называется эта штука. Как его снять? Придется разрезать. Надо же было, как они ее запечатали. Так, собака, стоять. Так, вот такая собака. То есть ты на нее жмешь, и она типа кусается. Это... Опять же, не хватает какой-нибудь пищалочки здесь. А так, в целом прикольная собака. Они могут сразиться. А сколько собака такая стоила, не помнишь? 30 рублей. 30 рублей, то есть она дешевле. Тоже прикольная игрушка, кстати. Мне нравится. Нам осталось, получается, найти последнего. Нам нужен розовый бык с рогами. Или нет? Значит, смотрим. Так, повторка. Повторка. Еще одна повторка. Покрашены они, конечно, да, каждый по-разному.
на заводе там, куда зря краска летела. О, ребята, и мы собрали всю коллекцию. То есть у нас есть и бычок, и розовый, и зеленый. Или они одинаковые? Они с копытами. Это какие-то дьяволята. Потому что они с копытами, обратите внимание. А может быть, они одинаковые, просто цвет разный. О, у нас теперь есть зеленая. Зеленая мумия. Обалдеть. Чего у этого с глазами? Что-то у него с глазиком. Глазик чуть-чуть заболел. Смотрим, какие цвета бывают. О, вот он новый. То есть, получается, они бывают разного цвета, но по форме их всего 6. Это у нас какой-то львеночек. То есть, вот он, львеночек бывает. Бывает лев. Бывает мумия. Бывает какой-то петушок. Есть вот такой рогатый чувак. И есть волчара. Вот. То есть их всего 6 видов, но расцветки бывают разные. Поняли? Вот. А вот вся коллекция так выглядит. Ну, вроде неплохо. Так, мумия. И... Ой, какой-то циклоп. У нас появился мумия-циклоп. У него глазик тоже съехал. Качество, конечно, не айс, но в целом неплохие фигурки. О, даже синий цвет есть, ничего себе. Это впервые синяя фигурка нам попалась. И у него тоже что-то с глазиком. Ну, просто милашка, согласитесь. Дайте его на заставку поставлю, что ли. О. О. Какой? Да, тут у тебя... Какой милаха. О, такой же милаха. Две косоглазые милахи. Так, мумиё. И волчок, серенький бачок. Вот такая у нас коллекция получилась, ребятки. Пишите в комментариях, кто вам понравился больше всех. Понравилась ли вам эта собака. И вообще, продаются ли у вас в магазине красные и белые вот такие приколдесы. Вау. Слушай, они прыгать будут? Ну-ка. Сейчас оценим. Нет, а так... Ну, вроде прыгают, но не очень. Пока.